Да у него там видео лучше, чем у меня в 5 раз. У него там, скорее всего, HD видео. Поэтому и оптика у него сильнее, и матрица больше, поэтому у него лучше видео. То есть его фотоаппарат накрывает полностью эту камеру. Просто у нас смешная, простая, и аккумуляторы емкие. Вот этот аккумулятор на 4 часа, у меня 20 аккумуляторов. Снимаете, там, блядь, сколько хочешь. А здесь флешка кончилась, надо, видимо, HD видео много занимает. Место нужно занимать, поэтому там ресурсы должны быть более новые. И потом обрабатывать, знаешь, как бы такие вот массивы файлов, блин, туда-сюда, блин. Каждое видео, там 720, скорее всего, 1000 рублей, там, сколько точек. Поэтому это надо все кодировать, перекодировать. На видео смотреть это просто нет смысла, оно избыточно имеет информацию. А почему посмотрел выводы, сделал, да, зачем, а с чем это сравнить? Потому что со временем, если вы там игры, дают все другую информацию. Ты же сразу конечную информацию не можешь получить. Ты не знаешь, как вытаскивать такую информацию. И только спустя годы ты смотришь и думаешь, блин, это я так играл, это я так изменился, это у меня такие движения были, а почему я так делал, почему я раньше этого не видел. Ты начинаешь смотреть, а что изменилось, а где стал локоть, а куда руха, а как ноги стали там перемещаться. Много всяких вот таких вопросов. Сколько ты их хранишь? Ну, то есть, они все хранят, они все не хранят. Ну, то, что еще на камеру снимают. Разбор полета. Почему ты так сыграл? Почему ты так сыграл? Почему ты подальше никогда подал? А так на пальцах как ты объяснишь? Более того, начинаешь объяснять, говорит, нет, я не так, у меня было вот так. Смотри, ты что, стоишь на коленке завалил. О, а я думал, что я нормально, типа. Вот так вот. Так что без... Это как бы тренер, что ли, твой? Раз тренера нету такого, то это... Только методом включения можно. Берешь образец кого-то, кому тебе нравится, как это делается. Берешь любую удачную съемку, делаем более-менее в объеме съемки. Начинаешь искать такие же точки съемки, как у него, ставить камеру туда и... А у тебя какого видео этого? Что он? Качество. Ну, не, у него HD видео, а у тебя это... А у меня, оно называется SD. Это стандартный видеоформат MPEG. То есть там... 576 на 725. Обычно вот разрешение аналогового телевидения. Все. Но дело не в этом, оно же еще через строчник. То есть там идет какой-то поля, там расческа получается, надо все это делать, деинтерлейсить, там вот не очень. Ну его нужно с чистым видео на DVD записать, он будет DVD. То есть не надо не кодировать, это нормально. Будет занимать 1 час 1 DVD. Это избыточно. Надо делать все на 1 DVD, надо было запихать техническую съемку там часов на 6. Тогда будет компания. А надо вот это перекодировать, потому что DVD самый минимальный. Нет. Ну, он самый распространенный, он есть на всех плеерах. Процесс перекодировки с SD в DVD времени происходит изменяет. Пошел на работу, поставил, но тогда он перекодировал, пошел с работы. Но в среднем, в зависимости от того, как ты хочешь вырезать картинку, допустим, например, там еще чего-то, для производительности процессора это может быть, допустим, реал-тайм, если брать, допустим, может быть 80% от реал-тайма, а может быть 30%. То есть, допустим, 1 час видео будет кодироваться на 20% больше, чем оно идет. Там часовое видео будет 20%. А бывает, когда ты смотришь на город, чтобы город чистенько было, чтобы красиво было, а он делается сутки, 1 час. Блин, а мне кажется, что лучше, чем вот так естественно, зачем все это чистить? Что с этим? Что эти фильтры делают? Ты просто не знал, я занимался этой обработкой, и как бы не то, что ты, как бы, тебе просто нет смысла, что ты сразу же поешь, когда начинаешь. Было бы видео, когда изображение квадратный. Большими такими, где сначала ничего, изображение квадратик. Квадрат, ты теряешь. Это не немножко не надо, совсем того не шла. Так вот это квадрат, из-за того, что не хватает видеопотока, которым ты копировал. Он находит на шуме. А шумы не будет.
оранжевый. Давай, играй.